древние свитки рассказывают, что было и что будет. И они многое мне открыли. Избавь нас от сказок, старик, если только они не заострят наши копья. Предводительница умирает. Враги готовятся к новой атаке. Нас ждет решающая битва. Нам пора, Келлен. Мы добыли свиток, за которым пришли, а в воздухе уже пахнет кровью. Терпение, Нак. Я должен кое-что рассказать. Сказки могут делать удивительные вещи, и неважно, врут они или нет. Эту вам стоит послушать. Дело было во время Великой войны, которая едва не погубила империю. Все началось, когда высокие эльфы перебили клинком. Они назвались новым доминионом Эльдмери и прошлись по тем местам огнем и мечом. И даже захватили столицу империи. Император бежал на север, бросив Сиродил на разграбление захватчикам. Это рассказ о забытом герое, который изменил весь ход истории. Неужели на этой земле совсем не осталось достойных воинов? Вот этот Норд с виду крепкий. Выведите смертного, и его соперником будет тот пленник. Что-то мне кажется, они нас в любом случае прикончат. Разыграйте существо. Разместите существо на линии. Я не хочу умирать. Атакуйте вражеское существо своим пол. Когда существа дерутся, они наносят друг другу урон. Ничего, я справлюсь. В бою существо наносит урон, равный своей силе. От нас никто не уйдет. Чтобы победить, надо понизить здоровье противника до нуля. Может, в их крови есть мед? Вы взяли предмет. Разыграйте тяжелую секиру, чтобы усилить свое существо. Я тебя поймал! А ты неплохо обращаешься с топором. Если биться вместе, у нас появится шанс.
По мере роста уровней вы сможете улучшить стартовые карты в коллекции. Тир, рыцарь клинков. Нас двое, их десяток. А что, почти честный бой? Обычно на поле боя две линии. Существа могут атаковать других существ только на одной и той же линии. Выберите линию для своего ползуна. Когда вы разместите кланового орка, он усилит одно из ваших существ. Кто против клана, тот против меня! Атакуйте Акалита Боэтии и убейте его. Атакуйте существо. Твоя смерть порадует королеву теней. Жаждет крови! Склонитесь пред князем Интриг! Призовите Валенвудского охотника, чтобы убить существо противника. Бандар проклянет тебя! Клинок жаждет крови! Я им кости переломаю! Действие позволяет применить способность один раз. За зелень! Их кровь порадует поэтию. Ваш противник почти побежден. Прикончите его. Атакуйте противника!
Ваш противник почти побежден. Прикончите его. Тебе не спастись! Риф уничтожит тебя! Так и думал, что это Риф. Эти смертные не должны узнать о планах лорда Наарифина. Уничтожьте их! Для розыгрыша карт тратится магия. Ваш запас магии растет на 1 единицу за ход. Их смерть принесет славу империи. Плати за все. Андер проклянет тебя! Мы устоим! Плати за все! Плати за все! За зелень! Искупаюсь в твоей крови! За зелень! Приказаний. Расскажи, где болит. Честь и слава! Скажи, где у тебя болит?
Стоять во имя Ярла! Я искупаюсь в твоей крови! Честь и слава! Сражайся, Хоркер несчастный! А ты сильнее, чем я думал. Но тебе все равно не предотвратить пророчество. Грядет жатва. Прольется кровь, и мой господин повергнет этот мир во тьму.